Мы не хотим быть правильными израильтянами и поддерживать военную авантюру властей и угнетение населения Газы. Мы должны помнить, что большинство населения здесь палестинцы. Находятся ли они в самой Палестине или являются беженцами? Нам нельзя смотреть на эту ситуацию только с израильской точки зрения и исходить из того, что мы должны поддерживать нашу армию, правительство, истеблишмент. Нам необходимо учитывать интересы жителей сектора Газа и всего региона в целом, интересы всех сторон, вовлеченных в этот конфликт. Невозможно оставаться равнодушными в этой ситуации. Однако на деле мало кто считает так же, ведь израильское общество очень милитаризировано. Оно зациклено на военной пропаганде, в том числе и в сфере образования. Большинство израильтян практически полностью поддерживают военную операцию и даже призывают правительство идти дальше, убивать больше людей. За время этой операции были арестованы более 600 демонстрантов, выступающих против войны. Некоторые из них до сих пор находятся под арестом по сфабрикованным обвинениям, которые выдвигает полиция, когда хочет подавить протест. Люди обвиняются в незаконных собраниях, в нападении на полицейских и в препятствовании их работе при исполнении служебных обязанностей и тому подобных вещах.